У нас лайтовый трекинг в горке городе. Прогуляемся по тропе здоровья. Зеленый. Погнали. Пришли к старому бугелю, самому первому Красной Поляне, построенному в далеком 1974 году. Это и есть подъемник. Раньше здесь была, получается, гора, спуск горнолыжный. Свод только металлической конструкции сохранилась, которая поднимала сюда наверх. Вот оттуда снизу. Как выглядел подъемник, вот он, так вот люди так вот поднимались на бугеле этом, лыжках, где между ног у тебя примерная рейка, вот ее описание. А вот она сама, видать, да, то есть вот можно по этим отметкам смотреть, какая толщина снежного покрова. Что-то здесь раньше было. Ратник. И деревья, поросшие листьями. Смотрите, как красиво. Ствол покрыт листочками. Большой кольцевой маршрут вот по такому папоротниковому зеленому лесу. Поднялись и дальше не знаем, куда идти, потому что дальше хочется пройтись, поэтому мы идем вниз. Вот там мы сейчас гуляли.